Уважаемые коллеги, приступаем ко второму, основному разделу нашего учебного курса «Практика создания видеолекций». Все занятия в этом разделе будут целиком практические. Вам будут предложены обучающие видеофильмы, по каждому из которых вы будете выполнять соответствующие несложные практические задания, отвечать в форумах на вопросы по пройденным занятиям, и заполните анкету по завершению этого раздела. То есть, по окончании курса вы сможете сами или со своими помощниками создавать свои видеолекции. Если в дальнейшем вы что-то забудете, то всегда можете восстановить забытое, вернувшись в наш курс. Итак, целью этого раздела является обучение среднего пользователя по процессу создания видеолекции для своего предмета. При этом пользователь может участвовать в процессе в качестве преподавателя самостоятельно записывающего свои видеолекции, или преподавателя с привлечением технического помощника, который также изучил этот курс. В обоих случаях преподавателю необходимо освоить этот раздел. Для наших занятий достаточно иметь веб-камеру с микрофоном и интернет. При этом предполагается, что вы хорошо знаете свой учебный материал. Вы можете включать или не включать ваше изображение на экране по своему усмотрению. Можете использовать заранее подготовленный текст или излагать свою лекцию на память. Каждый учебный вопрос необходимо закреплять практически. Без этого просмотренные занятия быстро забудутся. В случае затруднений вы знаете, что можете обратиться ко мне за помощью. Перед тем, как мы начнем рассматривать наши учебные вопросы, представим, что преподавателю необходимо записать занятие, в ходе которого он будет что-то показывать на своем компьютере и при этом что-то объяснять студентам. То есть в ходе занятия будет осуществляться автоматическая запись всех действий преподавателя на экране. Такая запись называется видеозахватом, то есть в наш фильм автоматически захватывается все, что происходит на экране, синхронно с голосом лектора и при необходимости с показом его в отдельном окне. На экране может быть что угодно: презентация преподавателя, выполненная в программе PowerPoint, или какие-то схемы, или какая-то страница в интернете, доска, на которой вы пишете с помощью планшета. Для примера я хочу показать и рассказать какую-то информацию на каком-то сайте. В начале наших занятий мы рассмотрим случаи подготовки лекции заранее, до начала занятия. В дальнейшем мы рассмотрим также технологию видеозаписи и в ходе реального занятия в аудитории со студентами. Для того, чтобы приступить к записи, нам потребуется тихое помещение. Каждый раз для работы с видео нам нужно в браузере вводить адрес сайта. Открою браузер. И в адресной строке введу адрес screencast, черточка omatic.com. Этот сайт позволяет записывать видеофильмы как в бесплатном, так и в платном режиме. Никакой существенной разницы для нас при этом не будет. Также важно то, что никаких специальных программ для записи и последующей обработки, например, монтажа,
нам скачивать, приобретать и устанавливать не потребуется. Вся работа осуществляется через так называемый веб-интерфейс. Все через интернет. Это очень удобно, если не считать одного минуса. Этот сервис пока есть только на английском языке. Но я постараюсь сделать так, что если вы внимательно будете смотреть эти занятия, то сможете легко сами повторить мои действия. Дело в том, что работа в этом сервисе, в отличие от множества программ, очень проста. Итак, введите, пожалуйста, в отдельной вкладке адрес сайта screencast.o.match.com и затем вернитесь на вкладку с этим обучающим курсом для рассмотрения первого вопроса нашего занятия.